Из чего мы делаем блокноты, там пуговицы взяли, ткани повезли, все. И просто дали людям возможность самим выбирать все, как они хотят. Так там, конечно, вообще там блокноты полностью были зашиты пуговицами, вот так полностью, сердца из пуговиц и еще что-то. Так вам как-то, да, можно изучить, что не нравится людям, а людям хотя бы можно, чтобы руками сделать свои. Ну это такое бесплатное исследование. Да. А можно спросить, что вы делаете? Конечно, мы делаем браслетики. В данный момент именно, да? Ну и в данный вообще. Ну вообще мы делаем разные подарки. Для крейзи домохозяек, если вы снимаете, да? Ну естественно. Йоу, планета. У нас есть для крейзи домохозяек, я буду демонстрировать. Давайте. Есть досточка, называется iCard. Стив Джобс, я думал, презентовать следующий, после последнего iPad Retina, который он презентовал. Он же умер. Но, к сожалению, да, он не успел ее презентовать. Вот, это разделочная доска. Designed by Apple in California, assembled in Ukraine. Называется iCut. Слово cut, правильно, резать. Вот, она дубовая, из качественного дуба. Она будет служить всю жизнь. Гарантия больше, чем у iPad. Есть одна сторона рабочая. Но она не снимает, да? А? Не снимает. Нет, камера здесь есть, как бы, да, фронтальная. Сзади камеры нету, но ну, тут есть как бы Wi-Fi, держит неплохо. Зарядки тоже хватает надолго. Что еще делаете? Вот, есть. А вот сейчас вы имена набиваете? Это именные браслеты, да. Мы делаем браслеты с любой надписью, которую захотите. Ограничены они только латиницей, цифрами и вашей фантазией. Вы из Одессы? Такие нет. Такие откуда? Из Киева. А вы есть где-то в интернете? Конечно. Как называетесь? Называемся Муха Handmade. Вот у нас вот такая вот мушка. Давайте вот так вот, ага. Хватайте визиточку. Окей, спасибо.